И следующее, это вот мы хотим себе идеального партнера для того, чтобы были эти отношения, эта сказка реализовалась. И вот в том, что мы хотим вот в идеальном в этом партнере, в принципе, мы хотим как бы в сотрудничестве, в соединении друг с другом получить что-то, что нас радует. И вот, вот этот образ идеального партнера тоже для каждого, скажем, индивидуальный. Мы удивляемся иногда, но вот во время тренинга те участники тренинга, какой же там был образ и откуда он взялся. Да, вот. И многие моменты тоже имеют такой деструктивный компонент. Ну, например, самое такое яркое, о чем я могу сказать, это когда речь идет о сексуальной привлекательности. Тут, я думаю, сейчас спроси вот всех, ну, девушек, да, женщин спроси, и каждая скажет свой образ. И как я уже это делал на таком тренинге, каждая скажет свой образ, а какая-то скажет фу. Там одна скажет, я люблю высоких, там, светловолосых, голубоглазых, фу. Я люблю чего-то. Да. Вот откуда вот эта избирательность? Она тоже может быть, ну, вот этот вот образ идеального сексуального партнера, может быть очень удивительным способом появиться. Ну, один из примеров. Например, девочка отдыхала с родственниками на юге, она видела там пару, да, вот, ну, их ее родственников, тетя с каким-то дядей. Они были так счастливы. Она чувствовала, как они там сексуально переживают, то есть вот эта энергия у них сохранялась и в моменты, когда они не были в близости, да, просто там ходили, вместе обнимались. И вот она вот взяла и срисовала, да, вот такого мужчину. И потом все остальные мужчины оказались ей неинтересны, потому что у нее есть там свой фанат. Да, оказалось, что вот такие мужчины, которые ей встречаются, они совсем не подходят по другим. То есть выбор ее был существенно сужен, да, и, увы. Не могла увидеть, как да, не могла увидеть все остальные качества, которые были важны тоже, но оно в образе этом не было, ну, душевные качества, интересы. Тех мужчин, которые были напротив нее, потому что, ну, в принципе, она же его не хочет.